Тут еще. Ну-ка, попробую вынуть руку. Ух ты. Это такой хитрый тест или испытание? Да. И этот вот не прошел. А мы пройдем. Внизу что-то виднеется. Тут ведро. Ха. Ладно. Наполни. Давай его мне. Поставлю его в большое колесо. Посмотрим, для чего колеса. Так, я вроде понял, что к чему. Дело в этих трех крестах? Да. Перед нами Иисус, благоразумный Дисмос и злой вор Гестас. А, видимо, белый крест – это Дисмос. Чёрт, это Гестас. Смотри, что-то сдвинулось, когда ты поставил ведро. От механизма до двери проведен канал. Так, тогда ведро должно быть наверху. Вроде все верно. Ну, проверим. Проверим? Рычаг ты будешь тянуть? О, нет, не хочу лишать тебя этой привилегии. Испытание, значит. А что именно соискатель...